Здравствуйте, уважаемые блогеры. Я в Москве. Сегодня в 5 часов на НТВ будет запись по проблемам коррупции. Я вот иду на подземельную лаву там здесь. Вот. Ну вот будем рассматривать, смотреть, обсуждать, говорить, что такое коррупция в России. Да? Потому что, ну я говорю, повторю, что в стране с 90-го года практически не действует уголовный кодекс. Все рухнуло. Ни одна копейка не была заработана законно. По сути дела, мы живем ситуации правовой паузы, да, раз, и у Гегеля есть такое понятие, философия права, пробабилизм, когда при помощи права, по сути, творят бесправие. Вот сегодня мы живем в условиях пробабилизма. Как живем, вы видите. Спасибо, Бессонов Алексей Борисович.